Уважаемые господа офицеры, мы собрались в столь тревожный отдел для того, чтобы обсудить возможность решительного, понимаешь, удара по правящей партии кротов. Лучший из нас будет отправлен в тыл врага для наведения тотального беспорядка, паники и хаоса. Родина никогда не забудет мужество, погибшего за правое, левое и среднее дело, герои посмертно присвоят ему звание сержанта, лейтенанта, подполковника, майора, генерала, маршала, а при наиболее благоприятной смерти может быть даже правящий. Помните, что совершение боевой операции зависит исключительно от нас. Враг будет зарыт. Я готов. Ну давай, братан. Помните, при выполнении боевого задания требуется полная зарыть.
Начнется заваруха, помните, что среди нас есть этот крот, и вы его знаете.